Дорогие друзья, как же интересно рассматривать фотографии из прошлого. Каждый раз мы удивляемся тому, как изменилось время и мода. И то ли дело в одежде, то ли дело в качестве снимков, но нельзя не заметить, что раньше люди выглядели старше своих лет. Так ли это? Давайте же узнаем в этом видео. В социальной сети Reddit существует группа под названием Old School Cool, в которой пользователи делятся интересными фотографиями из прошлого. На них изображены их родственники, кумиры или просто незнакомые люди из разных слоев общества и периодов истории. Ко многим снимкам прилагаются заметки, сообщающие возраст героя и время, в которое он жил. На этом фото моей бабушке 16 лет. В этом году она отметила 80-летний юбилей. Она каждый день заставляет меня смеяться. Удивительная женщина. Мой дедушка участвовал во Второй мировой. На снимке ему 18 лет. Он до сих пор жив и в свои 96 лет держится молодцом. Эта фотография сделана в Мехико. Моей бабушке 16. Это моя бабушка в день своего первого причастия в 1941 году. Ей здесь 14 лет. Она в платье, которое шила своими руками. 1940 год. Мой дедушка, ему тут 17 лет, сопровождает свою маму на скачках в Дублине. На этом фото моей бабушке около 20 лет. Кто-то сфотографировал моего 16-летнего дедушку за работой. В 1934 году он был назван самым молодым радиоведущим в Австралии. Свадебное фото моих родителей. Они поженились в Исландии в 1976 году в возрасте 19 лет. Снимок сделан в 1945 году. На нем моя 18-летняя бабушка Кончетта. Она научила меня, как быть крутой, классной и веселой. Это моя бабушка. Вы не поверите, но ей здесь всего 13 лет. 1927 год. Здесь моей бабушке украинке 16 лет. Ее брат, мой дядя, открыл первую в Драмхеллере фотостудию и сделал ее снимок. Это мой дедушка по линии отца в возрасте 16 лет. Раньше фотография была черно-белой, но затем ее колоризировали. Великобритания. Мама и папа в день свадьбы. Ей было 20, ему 21. 1949 год. На снимке моя бабушка в возрасте 16 лет. 1934 год. Бабушка танцует с дедушкой. Ей здесь не больше 24 лет. Мой дедушка в возрасте 32 лет. Настоящий красавец. На этом снимке моя бабушка со своим бойфрендом. Он был ее первой любовью. Ей здесь 17 лет. Эта фотография моей мамы, Роуз, была сделана где-то перед окончанием школы. 1917 год. Бабушке тут 16 лет. Эта фотография бабушки сделана в 1955 году. Ей тогда было 13 или 14 лет. Все фотографии объединяет одно. Люди на них выглядят взрослее своих лет. Неясно, почему так происходит, но в прошлые века люди действительно становились старше гораздо раньше.